Всем привет! Мы с Ника приехали в Sky Mall. Мы идем к Адели, и у меня на канале «Жизнь мамы, которая девушка» в понедельник, то есть уже вышло видео с его гардеробом, так что приходите, смотрите. А сейчас мы приехали, как я уже сказала, в Sky Mall для Доминики. Ей надо купить джинсы и, может быть, какой-то свитерок. В принципе, у нее вещей много, но попка подросла, и в свои джинсы она не помещает. Сейчас зашли в Zara, и вообще сейчас любой магазин, везде скидки классные, хорошие, 50%, то есть очень приятно. Так что, если надо что-то купить, обязательно обратите внимание на скидки, сэкономите. Не забывайте заходить в Нью-Йоркер, очень классная вещь. В Заре очень много прикольных вещей, как детских, так и взрослых. В общем, я люблю Зару, на самом деле, очень. Я еще очень люблю Нью-Йоркер. Но это Ника любит, потому что по фасону ей там вещи больше нравятся. Ага. Именно. Так, первые штаны, которые мы примеряем, они под кожу, но они не кожаные. Вот такое. На самом деле я ищу джинсы мамы, но эти стоят недорого. А ну, повернись в попу, скажи. Сейчас, они стоят 329 рублей. Я считаю, что можно взять, как вчера, тратить и таким носить. Так что нормально. Давай. Я вижу свитер. Давай другие. Тут нет нормальных свитеров. Мы в Нью-Йорке. Вы даже не смотрели. Я смотрела. Это такие лосины серебристые, но не китайцы. Не нравится? Нет. Ника просто не худенькая, поэтому ей как раз вот такие вот модели, как мама, подходят. Не сильно, которая такая. Нашли на Нике джинсы. 34-й, 700 гривен. Прикольно, это 34 размер. Берем. Осталось к ним какой-нибудь свитер, хочу оверсайз со всякими плечами, или же, наоборот, какую-нибудь легкую футболочку, чтобы ее немножко, чтобы ее заправить и немножечко достать. Вот мы зашли в Брешка, да? Бершка. Бершка, вот, Бершка. Купили огромный пакет классных вещей, просто. Дома покажем, прикольные реально. Дома покажем, и я тоже буду снимать сторис, и, наверное, сниму хаул. Я тоже такие хочу. 600 гривен со скидкой. Сейчас буду мерить. Стоили 1400. Ну, как вам? Они просто отпад. Шикарные. Красивые какие. Пришел еще этот, не счет, а выписка с этого. Сколько мы потратили, видите? Ну, короче, смотри, завтра с утра. Завтра начинаем. Нравится? Да, я задумалась, просто у меня похожие лаковые я купила. Я вот думаю, надо мне несколько или хватит. Хватит, хватит. Мне купим. Классный кран. Неплохи. А, это правда 37, а у меня 38. Ладно. Просто еще посмотреть, как смотрится. Тут, кстати, два замка. Какие лучше выбирайте? Они разные. Ну, как бы они одинаковые, но они разные. А, рука трясется. Мне вот в этих, конечно, комфортно. Но эти прикольные. Но они непрактичные, потому что, вот видите, еще магазин, а уже испачкались. Угу. Мы дома! Наконец-то. Сейчас покажу, что мы купили. Ника там пляшет. Сади на нее. Так, покажу. А как же вам так показать, чтобы было удобно? Мы купили Оле подарок. Ну как, ничего не надо. Все, уносить в магазин? Давай раскупили, знаешь. Когда ничего тебе не покупаешь, ты говоришь, вот, а мне ничего даже, вообще ничего не купили. Когда тебя покупаешь, нафиг вы купили. Блин, вот это их мам, не поймешь. У вас точно так же, да? Капец. Нет, я не про то. Может быть, я хотела бы джинсы, и что, а вы там, например,
панталоны. Я не купила тебе панталоны, я купила тебе спортивный костюм. Тепленький, мягенький. Вот такой вот он, видите? Вон у тебя много. Вот такой вот штаны и кофточка. Это Ален комбинат. Просто мама увидела, он у меня такой домашний. И говорит, ой, какой мягенький, хорошенький. Ну, я ж намеки хорошо понимаю. Ну, думаю, раз мягенький, тепленький, значит, надо тоже. О Деме, о Деме вот что. Та-да! И еще Деме вот что. Гематогенка, шоколадка. Я тебе говорила, мама, купила. Так, Оля, это тебе то, что ты просила. Не снимать. А мы были в Pull&Bear. Себе купила капли для глаз, потому что у меня лопаются сосуды, и у меня красные глаза от того, что я все время за компьютером, с телефоном. Мне сказали, что в составе есть гиалуроновая кислота, и, ну, чтобы не сухие глаза были. Вот, поэтому, девочки, кто работает много за компьютером, спасибо, называются... Мама, спасибо, мамочка. Дай тебе почеловую. Я кутячка. Спасибо, доченька. Спасибо, доченька. Очень понравилось. А ты иди примерь. Ты же еще даже... И выйти прямо? Да, давай. Ну, там как панталоны, как у летчика в плюсе. Мама, ну все начинает. Обычные штаны домашние. Да ладно, сейчас один. Боже, дорогое солнышко. Дема, тихо. Окути Арс. Вот так вот они называются. Окути Арс. Да. Так, теперь хочу показать, что мы купили Нике. Магазин Нью-Йоркер. Мы купили ей вот такие вот штаны. Они шли со скидкой. 32 размер. Это XS. И цена их 329 гривен. 330 гривен стоили они. Стоили не 499, вот, они как будто бы, как будто они кожаные, на самом деле нет. Дальше, я себе купила со скидкой за 200 гривен в магазине Pull&Bear, да, вот такие вот шортики, вот они. Я люблю такие вещи, они для пляжа и вообще там для дома, для, ну, они очень удобные, и материалы прикольные. Купила себе вот такую футболку. Будь аккуратный, колючий объект. Ну, я бываю колючая, поэтому я заранее предупредила, чтобы не обижались. Не, на самом деле, она, эта футболка как оверсайз, и мне она понравилась такая. Ну, просто тоже под какие-нибудь шортики. Это Доминики. Наконец-то мы нашли ей, вот, модель. Мам. Да, 24 размер. Какие вот, они классные. 24, 34. И, ну, конечно, идеально бы вообще сидели 32 размер. Я же разговариваю, потому что я устала. Вот. О, Олечка. Стоили они 700 гривен, 699. Олечка красивая. Спасибо, дети мои. Дальше. Дальше вообще очень классные вещи, сейчас я вам покажу. Ой, это, кстати, велюровые нитки, я вязала из таких ниток шарфик. Это магазин Бершка, и это свитер Ника взяла себе, он такой, как оверсайз, но с капюшоном, ей понравился цвет. Мягенький, удобненький, она купила под вот эти джинсы. Ну, действительно, под эти джинсы этот свитер будет классно смотреться. Цена его... Размер S-очка. Вот. Сейчас, фокус. Да, размер S-очка, цена. Стоила 800 гривен, мы купили за 300. Да, классно. Дальше. Самое классное. И Ника, и я купили два одинаковых себе комбеза. Со скидкой. L-ку. Я мерила M-ку. Вообще не, ну, сидит нехорошо. А вот Элька сидит хорошо. Верх только чуть-чуть как бы мне великоват, но штаны классные. Стоил 900 гривен, купили за 400. Мне он очень понравился. Материал офигенный. Он теплый и очень мягкий. Будем с мамой одинаковые. И в Нике то же самое, только размер М. И тоже классно сидит, потому что если бы Эска сидел бы вообще никак. Демку сейчас будет укладывать спать, а Доминика снимет себе видео о покупках. И я думаю, что они будут с примеркой, так интересней. Вот.
тут манжеты. В общем, не знаю, я очень довольна вот именно этим комбезом. А все остальное для Доминики. Ну, там, черты я не считаю. Футболку она все равно с меня снимет. Я очень устала, если честно. Я еле стою, мне хочется уже лечь. В Заре очень много разных вещей, но то, что нам надо было, к сожалению, не было. Но там много всего другого. Очень классная новая коллекция, потому что по распродаже я ничего не нашла вообще. А новая коллекция классная. Ну и все. Оставайтесь с нами, влог продолжается. Сегодня понедельник. Иди сюда, это все за тебя. Сегодня понедельник, я забрала из школы, чтобы отвезти на музыку, на гитару. И мы заехали в магазин, в торговый центр «Пирамида» для того, чтобы посмотреть некий обувь. Решила все-таки купить ей ботиночки на каблучке. И, давай отойдем. И купили мы целый пакет вещей опять. Да. А обувь так и не купили. Обувь так и не купили. В общем, девочек понесло. Но одно успокаивает. Я купила себе 2 свитера. А это хорошо, это тепло. И недорого, потому что они со скидкой по 300 гривен. И еще купила блузку в горошек. Горошек сейчас актуален. И вообще она прикольная. Я люблю под джинсы блузки, такие как рубашки. Вот, Ника купила себе... Что ты купила себе? Я купила себе кофточку персикового цвета тут с ружечками. Это такая футболочка, блузочка. Да, такая. И еще блузку, ну такую как рубашечку, она как бы леопардовая, но черно-белая леопардовая. Да, и ну под школьную, мелкий леопард. Под школьную форму. Она вчера сняла видео. Она вчера сняла видео, что это снимала? Хау. Да, одежды. Сегодня будет монтировать, поэтому, не знаю, доставишь туда то, что ты купила? Придется. Слава богу, это ж лентяйка, монтировать же не хочется. Все, теперь мы идем, выходим. И я не знаю теперь, где купить ботинки вообще. Сейчас мы все деньги потратим на ботинки, денег не останется. Сейчас отвезу ее... Кстати, я ей предлагала вот такие вот ботинки, она говорит, не хочу. Говорит, бабушкин вариант. Вот эти вот мне идеально подошли, но мама сказала, что они слишком грубые. Мне они не нравятся. Ну, то есть не нравится на ноге, как у нее сидит, потому что ножка маленькая, а они такие прям огромные-огромные. Все, мы сейчас... куда идем мы? Наверх. Наверх, а что наверху? Там тоже магазин. Нет, там много. Нет такого магазина, что нам надо. Давай еще зайдем в один и поедем на английский. Ой, на музыку. Нет, я на английский не поеду. На музыку. Прервали меня, продолжаю. Я хочу сказать, что у меня бессонница, и вы мне помогали, советовали, как от нее избавиться. На самом деле, мне просто надо вернуть... Ого, такое... освещение. Мне надо вернуть медитации, йогу, потому что я раньше медитировала 1-2 раза в день, в любом случае, а сейчас я перестала это делать, да, Николь? Вот, я перестала это делать и понимаю, что надо возвращать. Медитации очень здорово помогают, прям очень. Они меня успокаивали, они давали мне, знаете, такую какую-то... какую-то уверенность, что ли. Не могу этого объяснить, но и сон они мне давали. То есть я после медитации отлично засыпала. Сейчас я, например, понимаю, почему я не могу спать. Мысли. Очень много мыслей разных, скажу честно. И по поводу работы, и по поводу там всего-всего. А избавиться от мыслей помогает медитация. То есть она их устаканивает. Вот. Спасибо вам, вот правда, те, кто на меня подписан в Инстаграм, вы такие умнички, вы мне так помогаете. Я вы настоящие инста-подруги, потому что чуть что я, например, задаю вопрос в Инстаграм, и вы мне отвечаете моментально. Это очень здорово. И постараюсь сегодня выйти в прямой эфир в Инстаграме, потому что вы мне пишете: «Аня, где ты пропала? Давай эфир!» Вот. Поэтому очень хочется. И сегодня, может быть, еще смонтирую видео на канал «Жизнь мамы, которая девушка». Кстати, я хочу вам сказать о том, что на канале вышло видео
на канале «Жизнь мамы, которая девушка» вышло видео о покупках для Демида. Демиду 3 годика, то есть я сделала такое видео 3+. Как идея, может быть, что-то из вещей понравится. Я там говорила магазины и внизу пооставляла ссылочки, если это куплено было через Инстаграм или через сайты. Вот. Ну, мне очень хочется быть полезной, потому что свои влоги я стараюсь в них максимум полезности внести. И на канале «Жизнь мамы, которая девушка» тоже хочется канал сделать полезным. Девчонки, я в магазине «Космо», и кто-то уже знает, в Инстаграм я оставляла ссылочку. Я снималась для проекта «Космо», для их канала, 5 бьюти-блогеров, я в том числе. На протяжении года будет выходить раз в неделю видео с нами. Вот мое первое уже вышло, я там делаю смоки айс, и делаю это все косметикой Bella Odge, Beauty UK, LN. И некоторые продукты мне так понравились, вот я уже тут за тесты делала, что я решила их купить, потому что ну реально очень прикольно. И я вам, наверное, дома уже покажу, что я решила приобрести. Вот, очень мне нравится. Я сделала фотографии, и вот сейчас по фотографиям, то, что мне понравилось, я выбираю и подбираю себе оттенки. Обратите внимание на эти продукты, мне кажется, ну, они реально хорошие. Я красилась ими, я делала 10 макияжей этими продуктами, и реально осталась очень довольна. Поэтому решила с вами поделиться. Я же полезный блогер, поэтому вот как-то так. Я уже дома и хочу вам показать, что мы с Никой купили. Это не все, я буду по частям показывать, чтобы стол не был полностью весь в покупках. Ника увидела этот рюкзачок и говорит: мама, я очень хочу. В общем, купили ей такой рюкзачок. Он маленький, небольшой, он не школьный, он так просто куда-то. Положить телефон, может, какие-то побрякушки, как аксессуар. Вот, он такой как бархатный, ну, ей понравился. Также Ника, мы планировали купить ей такие ботиночки на каблуке, но мы купили ей такие белые, они такие, ух, добротные. Вот, это 40 размер, потому что Нике надо носить обувь со стелькой. Они очень прикольные, очень качественные и смотрятся на ней, конечно, офигенно. Вот, мне очень они нравятся. Так, я еще купила Демиду колготки, носки себе и Нике, и маме, только мамины вещи внизу. Купила ему такие варежки, потому что в перчатках не очень удобно ему, а в варежках иногда удобно. И они очень теплые, прям безумно теплые. Маме купила вот такие вот перчатки. Они тут не видно, они очень такие прям мягкие, такие прикольные. Ну, ей понравились. Под ее вещи. Ну, у нее есть верхняя одежда, как и у меня, такие всякие штучки прикольные, модные. И мама у меня любит. Так, фокусируемся. Мне эти ботинки, ну, безумно нравятся. Ника знает, что я не люблю всякие цветочки. А тут я их увидела, сама и предложила. Говорю: Ник, как тебе? Она говорит: мама, классные. Они реально очень классные. Прям, ух, добротненькие. Деме тоже купила. У Демы есть обувь. Я уже показывала и сняла даже видео. Я вам уже говорила. На канале «Жизнь мамы, которая девушка» есть видео обновки для Демида. Но тут я не смогла их не купить. Почему? Потому что под спортивные штаны или просто, ну, в общем, уги. Я не люблю уги вообще, и это не фирменные уги. Но, знаете как, во дворе бегать, даже дома можно, ну, не знаю, у нас, так как частный дом, то есть он сверху одел куртку, шапку и вышел на улицу. Вот, и на первом этаже у нас как бы довольно прохладно от того, что дверь постоянно открывается. Поэтому, не знаю, я захотела их купить. Здесь не натуральный мех, он искусственный. Но они такие, не знаю, что это фирма. Они прикольные. Ну, короче, девчонки, я просто купила для того, чтобы, знаете, там, скорее для моего удобства, чем, наверное, для ребенка, потому что это неправильная обувь, и я уги, у меня самой уг нету, я их не люблю, мне не нравится, но на детях уги смотрятся очень прикольно.
Но это мой размер, и они были единственные со скидкой. Я решила взять под какие-то, может быть... Ну, я люблю такую обувь, правда, более спокойную, там, чисто белую или такую... Это для меня слишком вызывающе. Но я все равно взяла, думаю, ой, пусть будет. Для того, чтобы там в парке гулять с детьми или там, может быть... Ну, в общем, неважно, куда-то носить. Я очень люблю, когда много обуви, когда много одежды. Когда это стоит недорого, то я покупаю. Тем более, я недавно заработала денежку. У меня была, можно сказать, как я смеюсь, называю шабашка. Вот. И можно, конечно, было сэкономить, но я не сэкономила. Я взяла и потратила на шопинг. Я только что показывала в инстастори, что я купила для себя из косметики и еще для Доминики. Никульки купили в магазине, боже, как он называется, магазин Кроп. Такая, знаете, как футболочка, рубашечка с рюшками, она очень хорошо подойдет под ее джинсы. Также купили ей такую блузку-рубашку для школы и просто тоже под джинсы. Вот, это она сейчас все будет показывать на своем канале. Вот, также я себе еще в этом магазине Кроп купила 2 свитерка. Мягенькие такие, просто класс. Этот под свои ботфорды. Этот, в принципе, тоже можно под ботфорды. Я купила специально в размере L. Этот M, а это L. Потому что мне нравится, когда он, знаете, как оверсайз. И он безумно мягкий, цвет у него такой классный. Он под ботфорды подойдет, но исключительно только с шортиками. Ну, такие у меня шорты классические. И косметика. Я вам говорила уже, вы видели, я была в магазине Cosmo. И сейчас в инстастори, в инстаграм я показывала. По чеку за вот эти вот продукты я отдала 973 гривны. Плюс у меня была еще скидка. То есть так бы было 1000 с чем-то, но я отдала 973. Скидка у меня была с карточкой Cosmo. 264 гривны, по-моему, то есть очень удобно. Это для тех, кто покупает и, может быть, карточку не оформляет. Хочу сказать, что выгодно. Такие вот магазины, как Cosmo, например, Ева, потом Watson. То есть в эти магазины, конечно, лучше всего ходить с карточкой, очень удобно. И показываю, как и говорила, что покажу, что же я купила. Вот эти вот продукты, вот эти вот, я проверила, снимая видео для канала Cosmo. Вот это вот я проверила, это мне присылали на обзор, просто прислали как подарок. Я попробовала, офигенная тушь, и вот сегодня я купила уже третью. Да, вторую я вам не показывала, просто купила и пользовалась. Но у меня все спрашивают: Аня, ресницы, 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 поэтому решила показать. Вот лореалевская эта тушь Paradise, она просто офигенная. Но она такая на моих ресницах. Я не знаю, другие блогеры говорят: да, прикольно, но ничего такого. Вот, говорит, посмотри на моих ресничках. Я у 3 девочек видела. Ну да, обычные вроде бы реснички. Тут еще от ресниц зависит. У меня ресницы длинные, и может поэтому еще так смотрится. Просто у некоторых бывают, например, не сильно длинные, но очень-очень густые. В общем, выбирайте тушь, которая вам действительно очень нравится. Можете попробовать, но она реально очень крутая. Ну, лично для меня. И купила гель для бровей, тоже лореалевскую. Тут очень классная щеточка, поэтому мне очень нравится. Тем более у меня гель для бровей уже начал заканчиваться и такой подсыхать, поэтому я обновила. И вот то, что я пробовала, как я вам уже говорила, для канала Cosmo. Уже вышло первое видео, я вот жду уже второе, мне очень нравится, приятно. Монтаж не мой, я просто приехала, накрасилась и уехала. И очень классно, мне нравится монтаж, который там делают. Обязательно зайдите, посмотрите, оставьте комментарии, пожалуйста, мне будет очень-очень приятно. Мама! Да, солнце? Водички, пойди у Оли или у Ники попроси, а я чуть-чуть занята, хорошо? Или у себя в комнате, там стаканчик стоит с водичкой.
хочу вам показать вот эту вот палетку. Она корректирующая, то есть для лица очень удобно. Бронзер, хайлайтер и румяна. По оттенкам мне все подходит. И здесь хайлайтер такой, знаете, как сияющий, но не сильно. Вот, потому что я там пробовала еще другой фирмы хайлайтер. Он прям очень-очень нарядный. Это такой поспокойнее. Ну, в общем, очень прикольная такая палеточка. Это была Оджи. Вот. По цене она стоила 200 с чем-то гривен. Я не буду сейчас искать, где что сколько стоило. Вот. Просто, если хотите, можете в Космо поискать и обратить внимание на эти продукты. Тональное средство от LN. Он идет в одном оттенке. Он с витамином Е. И ну, мне он понравился. Я его использовала там в видео исключительно только под глазки. Вот. И прям, так знаете, синячки он хорошо замазывал. Дальше. Beauty UK. Второй оттенок, натуральный. Он мне очень понравился. И знаете почему? Потому что это не просто тональное средство. Это тональный крем. Очень хорошо ложится на лицо, действительно, как крем. Он мне тогда понравился, потому что моментально впитался, адаптировался и на лице замечательно просто себя вел. Вот, поэтому, если хотите, попробуйте. Вот это вот средство мне тоже понравилось. Это палеточка, она тут с гелем даже для бровей. То есть это палетка для оформления бровей, тенюшки. Последнее время я уже, наверное, на протяжении долгого времени оформляю свои брови только помадкой. Наверное, просто уже надоело, мне захотелось что-то поменять. И когда я снимала видео для канала Космо, то мне по вкусу пришлась эта палетка. Я решила себе тоже ее приобрести. Очень так естественно брови смотрятся с этой палеточкой. Горошек. Я очень люблю горошек. И знаете, под джинсы горошек, он классно смотрится, так разбавляет образ. Девчонки, только что ходила на фильм «Астрал». Это фильм ужасов. Вот. И в общем, он такой не очень. Ходила я, вот Air пригласили. Это предпоказ, то есть я должна вам рассказать, что это за фильм, и посоветовать, хороший или нет. Фильмы ужасов я не очень люблю, потому что мне всегда страшно, я закрываюсь. Нет смысла не ходить, но этот прям... В общем, не ходите. И еще я вчера была, я вам показывала до этого, что я купила пару свитеров. Вот один из них на мне, сейчас вам покажу его. Блин, я делала затяжку. Я сделала затяжку. Жуткую причем. Сумкой. Вот это вот плохо. Очень. Оператор мог и помочь. Так. Ну, в принципе, можно вытянуть. Вот таким вот образом, потому что это крупная вязка. Все, я спасла свитер. Вот. Мне нравится под юбку, а еще мне я хочу одеть под короткие шорты, чтобы их не было видно, и под ботфорты. Оператору не нравится то, что я говорю, он говорит, что я закруглялась. Поэтому я на этом влог заканчиваю. Спасибо, что посмотрели, что были со мной. И до новых видео. Пока-пока.